Доброго всем времени суток, с вами Текстер, SnowRunner. Ну и двинем вести балки, которые везем уже давненько. А что делать? Так, немножко жопа у нас с топливом. Но впереди нас ждет заправка. Так, время мотать. Погнали. Полный. Так, и где-то сбоку, вот, по-моему, за этой штукой, там стоит прицеп с топливом. Могу ошибаться. Тут стоит прицеп без топлива. Так. В ущелье, чертова, я не полезу. Я объеду вокруг. Магазин. Ай, прицепов. Но очень дерзкий способ покупки прицепа и последующего продажи, то есть купил как бы с топливом, заправился и продал нахрен, я использовать не буду. Я считаю, что это неправильный подход. Слушайте, я не в синий снег еду, а? Мне что-то не оставляет ощущение, что в синий снег я еду. Нет? Нет, он просто он грязненький такой. Ладно. И в камни не надо ехать. Надо ехать левее. Вот сюда куда-нибудь. Еще надо будет умудриться развернуться, не кувырнувшись. А сейчас спуск нормальный. В камнях там все хуже. Так. Давай, машина. Опачки. Проехали. Автомат. Вау. Что ж ты делаешь, грузовик? Нормально. Бултыхнулись. Сюда. Полное, говорю. Полное погружение и погнали. Я думаю, тут без веревки не обойдется. Так, корягу не трогай. Не трогай, говорю, корягу. Что на нее прям так кузон-то. Вау. Как она пытается кувыркнуться-то, а? Так, ну это, по-моему, грязь. Это, по-моему, не камни. Да, это грязь. А, и через все коряги ломимся. Я тут уже проезжал на Азове. Так, все нормально. Не бог весть какая грязюка. Давай. Мы пройдем, если не привернемся. А, и следом надо сейчас тогда дернуть Арктику. Сразу, ну чтобы на хорошей дороге. Но тут на выезде, по-моему, немножко проблема. Хочешь сюда выезжай, хочешь туда. Я, наверное, хочешь туда. Сейчас остановлюсь, следом дернем Арктику. И чтобы так они вот прям одна за другой шли. Ну что, бампером, что ли, уперся? Ну, я бы сказал, бампером лег. А, отцепись. Так, я ухожу туда лебедкой. А, ну, можно. В принципе, сойдет. Ты что, куда смотришь, уж ли кидаешь? Похоже, да. Так, отцепился. Да, смотрите, теперь за это ухватился. То есть он по линии зрения кидается. Черт, проиграв кучу времени, я наконец понял, как это работает. А я думал, просто за ближайшую хватает. А он смотрит, куда я смотрю. Оу, а тут же пенамбра, вот это тут. С деревом, который хрен уберешь. Ладно, как я уже сказал, тащим следом Арктику. Арктика, целая корзина. Погнали. Тут с топливом получше у нас. Постоянный полный, да, погнали. Ну, я маячки выключать в этот раз не буду, потому что каждый раз, когда я пересаживаюсь, они включаются. Как-то наслаждайтесь процессом. Так. Поворачиваем. Что, все включить? Все включить. И пойдем потихоньку. Давай.
Все хорошо. Ну, я-то народную тропу протопчу. Тут, к сожалению, машин нету, а так, вот, смотрите, грунтовочка нормально получилась. Давай, выворачивай. Выворачивай, я говорю. Что-то это, морды, что ли, уперлась? Так, ладно, ладно, давай, давай в обычном режиме. Давай туда вперед. Так пройдешь? Так пройдешь, если не кувырнешься, ёкарный ты бабай. Фу. А вот это был наклон. Ладно. Заблокируем все на свете. Не трогай кабины эту штуку. Хотя можете трогать. Главное, кузов не цепляйся. Так, хорошо, прошли. Вот этот палк торчит, конечно, не в кассу. Но тут, я думаю, ему даже трос не понадобится. Валяет, конечно, его по первое число. Рискнуть на этой скамине посмотреть. О! Как корабль в бурю, елки. И главное, так низко сидит над землей, такое ощущение, да? Ну, на самом деле, не низко, но... Ой, как же ты кренишься, как же на это страшно смотреть. Так, есть. Переключаемся. Так, так. И поехали. Предстоит объезжать... Ой, дерево попалось. Предстоит объезжать вот по этому, по нижнему буераку. Через чертовы камыши, которые без троса, по-моему, вообще непроходимы. Так, ну, до столба я не дотягиваюсь. Да ухватится, что-то крепкое. Во! Хотя бы так. Только мне влево. Мне влево, а? Ну, проехал. Кажется, проехал. Давай, и за столб. Прекрасно. Выбрался. Интересный вопрос. А здесь Арктика нормально пройдет или нет? Мне кажется, нормально. Мне кажется, можно этот грузовик отпускать вперед. Хотя, черт его знает. Давайте не будем рисковать и переведем Арктику. Так, у тебя повышайка включена, не надо. Так. Не кувыркаемся. Съезжаем, все хорошо. Ну не, вот это вообще. У этой все хорошо. Мне даже трос не нужен, оно тут раскопало, правда, жутко все это, ну ладно. Это вообще без проблем. Доехали. Так, прекрасно. Прекрасно, это все очень устраивает. Пересесть. Ну все, погнали. Полный привод врубать не буду, а понижайку не буду включать. Я так проеду, кажется. Мне кажется, я так проеду. Возможно, мне это только кажется. А, да. А камушки хорошие. Вау! Как тебя? Ух! Ну, балки не вываливаются, ладно. А, собственно, где я нахожусь-то? А, ну нормально, заправку я не подключил, тут заправиться можно. Давайте вот так поставлю. Показываю, что там можно заправиться. Так, погодите, а что за электростанцию, куда балки доставить? А, не, нормально все, показалось, что вот сюда куда-то. Казалось бы, да, близко. Нет, далеко. Погнали. Так, ну тут сугробчик, там просто... Ой, ты ёлки. Тут просто булыжничек. Хороший такой булыжничек. Вот так вот объедем его.
Пипец. Вот. Тут просто грязюка. И вон уже постройка, в которой можно топливом затариться. Будем буксовать, включу полный привод. Хотя 62 литра лучше не включать. Он, по-моему, не прокручивается, да? Ну, как сказать? Не прокручивается. Прокручивается. Так я и зову блокировку полным приводом. Ну, что поделать. Потому что для этих машин включенный полный привод – это обыденность. Это обычное. По-другому не ездит. А блокировка – это уже вот что-то. Это вау, бездорожье. Мы включили блокировку. Как-то так. Но мне кажется, 60 литров мне хватит, а не хватит Арктикой дотащу. Вот ты только не переворачивайся. Не надо. Я понимаю, что это глубоко. Вау, и очень хочется влево сползти, но не надо. Мы сейчас влево и так сползем. Вот тут вот. Вот, в грязь. Очень хорошо. А кстати, грязь не глубокая. Сполз немножко не там, где надо. Тут не завянешь. Погнали. И сейчас заправлюсь тогда, и потом Арктику двинем. Отлично. Так, где-то плечок. Это мой гараж неполученный. Получу гараж, все проблемы кончатся. Все машины приедут сюда. Так. Пара прицепов. Но меня вот это интересует. Заправить. Отлично. Так, сейчас курилку снесу. Снес. А там больше какие-то неопасные курилки стоят, да? Там скамейки спрятаны. Вон они. Приехали. Давай. Антарктика. А, она Антарктика, я ее Арктикой зову. Ну, неважно. Так. Все пониженное, все заблокировано, потому что сейчас его будут шатать. Да, вот так вот будут шатать. Ну, вроде как колеса позволяют, то есть должен пролезть. Ага. Но такое не очень место, конечно. Тут 250 литров, то есть с топливом у него проблем не будет. Камни сейчас объеду. Нормально, автомат погнали. Мне кажется, этого грязь не остановит. Ну, конечно, крутит задними колесами. Ну, как-то вот. Он более приспособлен к грязюке. Ну да, немножко проваливается, конечно. О-о-о, и немножко проваливается. А тут глубоко. Ну вот на этой машине можно мерить грязь. Типа, а что тут у вас? Потому что если я включу блокировку, я тут из любой грязи вылезу. Поэтому можно так чисто по центру, по кильватору идти. По фарватеру. Вот. И смотрите, вообще... Вообще машина не парится. Ай, хорошо. А, проложил тропу. Все прекрасно. Сейчас зальем соточку литров. И продолжим путь. Так, заруливай. Тут немножко, конечно, подскользит, наверное, по льду. Хотя какой-то лед. Так. Ну-ка. Да даже не скользит. Заправить. И пересесть. Так. Время перематываем. И смотрим, что осталось. Ну, в принципе, нормально вроде шоссе осталось. Тут гадюшник какой-то. То есть я сейчас, наверное, рвану сразу на всю, так сказать, длину. Посмотрим, чем вот эту машину выдернуть. И туда полезет она, потому что она пустая.
А там лежит двигатель для Форда. Я не уверен, что мне это надо, но пусть будет. А тут ведет тропа наверх. Но это радость скаутам. Наверное, туда взбираться будет. Ну, точно не грузовик с балками у меня туда поедет. Так, тут, по-моему, вот эта стандартная кувыркучесть. Да, я чуть не застрял. Чуть не кувырнулся. Пошел. Да, слушайте, ямина хорошая. Чудом не провалился. Так, ну, не перевернулся. Так, надо это учитывать, этот момент, и прям целиком в ям-то заезжать всеми колесами. Потому что вот оттуда со склона я кувырнусь просто тупо. Тут правда как-то это, виражи такие проложены. Не с грузом по ним ездить. Так, ладно, полный привод не включаю. Ой, какая грязюка-то. Давай-давай, пробирайся. Ну ладно, тебе на первую. Но вот передние колеса уже выехали. Вот, а теперь туда вот. Короче, я все ямы сейчас грязевые соберу, потому что иначе я перевернусь. Хорошая засада, мне нравится. Как раз для расслабившихся на шоссе. Погнали. Повышенная, пониженная. Не так все плохо. Но да, проваливается. А тут он на квадрике проехал. Это ж проехал. То есть там дорога какая-то, там что-то есть. Наверное, там запчасти. Не факт, конечно. Но квадрик-то оттуда выехал. О. Нет? Нормально. Вроде нормально. Булыжничек. Булыжничек, говорю. Таня, все, зашибись. Так, автомат. Вот можно и полный, наверное, вырубить. Хотя, я думаю, сейчас это просто засада. Сейчас что-нибудь еще будет. Грязные следы остаются после того, как из грязи выехал. Забавно. Так, налево-направо. Направо. А туда, кстати, что-то, наверное, тоже будет. Сколько мест еще не посещено? Я по карте езжу уже до хрена серий. А в стольких местах еще не был. Давай, давай, копай. Полный. Сейчас все начнем обратно включать. Шоссе кончилось. Так, это первое? Да, это первое. Ну что, понижаечка. Блокировочка, вперед. Тут придется, конечно, поползать, грязь помесить. Это болото. Ну, не самое страшное, я должен сказать, болото такое себе. Преодолеваемое. Так, возле Азова, наверное, остановлюсь, туда Арктику пригоню, потому что его вытаскивание мало ли с чем сопряжено. Может быть, с какими-то проблемами. Или вот это сейчас попробую его дернуть. Ну, когда еду, посмотрю, что там вообще происходит. И на что это что-то похоже. Ну, пока, конечно, увязли. Ну и чё? Ну, можно и так, конечно. Давай вправо. Хорошая грязючка-то. Хорошо застрял, по борталам сидит. Ладно. Выдернул. Ну как выдернул, так немножко. В принципе, ему много-то и не надо. Так. Ну, главное, с этого вот ныряние по кабину куда-то вылезти и нормально он дальше едет. Главное, чтобы не на пузе лежал. Остальное терпимо. Так, твердая земля будет, нет? Тут проваливаюсь, проваливаюсь, на борт валюсь. Ох, вот тут большой прицеп провести. Но вряд ли дадут. Хотя черт его знает. Может дадут. Задания-то не всякие бывают.
Но ползет хорошо. Я уже забыл, какие у меня машины еще бывают. Я на одних тех же машинах подолгу задерживаюсь. Я уже не помню, что у меня в гараже это стоит. Нет, слишком близко. Вот мне что подальше. О. Есть. Ну, последняя лужа. Деревьев много преодолеем. Так, это развалилось дерево. Ну, выглядит прям проложил, как ледокол. Такая же колея прям. Так, сейчас на сушу выйду, посмотрю карту. Что это за поворот направо? Мне, по-моему, прямо. Я не уверен, но мне, по-моему, прямо. Хотя черт его знает. Может, направо. Давай, вылазь. Отлично. Так, прямо. А направо это вот в темную, кстати, зону. Да, надо реанимировать вездеход. Вот, броневичок. И поездить тут. Может, что интересное найду. Хотя, что интересно, по берегу она идет. Ничего особенного. Или на гору идет. Потом надо будет глянуть. Сейчас лучше в бок не смотреть, потому что я сейчас какую-нибудь скорую уеду, еще что-нибудь случится. Так. Не газуем. Просто едем. Мирно, тихо, блин, едем, потому что дорога становится уже. Ну, я думаю, пройдет. Не должна никуда кувырнуться. Вторую включил зачем-то. Вот водитель странный. Так, вон мой пепелац стоит. Провалившийся под лед. Ты сильно не прыгай. Вот. В конце спускания жопа будет, да? Ну, там булыжник по дороге лежит, я вижу. Ну, тут главное не разгоняться. И мне кажется, вот тут сейчас будет мой любимый синий снег вот между этими камнями. Что без этого не можно. Не можно без этого никак. Но дорога вниз, поэтому я проеду. Ну да, даже без каких-либо остановок. Да и снег не синий. Так. Где здесь лучше всего съехать? Ой. Чуть не съехал. И где там запчасти лежат? Хотел бы я знать. Вот они где-то там лежат. Ладно. Вот тут, по-моему, зашибись. Так, погнали. Зря, наверное, с грузом это все проделываю, но ладно. Опа. Я зря это с грузом проделываю. Вот вторая машина попала под раздачу. А съезжать надо было вон там. Ну чего, что тут скажешь? Арктика, елки. Если сейчас Арктика где-то навернется, будет вообще печаль. Это будет озеро погибших машин. Котяру туда-то пригоню, котяре вообще все до лампочки. Обнаружен новый прицеп, а что я его до сих пор не видел? Ой, блин, тут территория обнаружения. Вот это сейчас маячки-то я выключу. Мне надо недолго ехать. А не успею это достать. Поперли. Так, ну для этого тут, по идее, все хорошо, кроме кувыркучести. Так все неплохо. В целом она должна меньше проваливаться за своих больших колес. Бум. Ну да, конечно, бортом треснулся, там двигатель приехал, да? Давай влево крутись. Очень странно изгибается, конечно. Так. Ну да, тут вилять тоже придется. Деваться некуда. Вилять будем. Блин, у нее этот радиус поворота здоровый, конечно. Она прям проскакивает дальше. Такая синусоида выходит. Ну ладно. Можно, конечно, блокировки включить. И ехать медленно, но верно. Но я лучше на автомате пока покатаюсь.
Да и хватит тут синусоиду вырисовывать свою. Он по прямой едет. А вот сейчас, наверное, придется блокировку включать. Уж очень она пробуксовывает. Хотя, нет, слушайте, она довольно быстро шурует. Можно, наверное, даже и не включать. Это я тут такого наломал? Нормально. Или я левее ехал? Да нет, прям тут тупер. По-моему, что с блокировкой, что без, она одинаково будет сейчас идти. Да, на повышку, но... Хотя нет, без нее лучше. Вернее, с ней лучше. Ну, раз, я проскочил. Быстрый. Так, на обычный поехали. Что там, болот, собственно, и немножко камней. И считай прибыли. Что по времени? Ну да, как раз. Я надеюсь, я доеду до электростанции в этот раз. Сколько можно-то? Это эпическое путешествие, оно затмевает путешествие Колумба и Магеллана. Я еду, еду с теми балками, я там вторую машину к ним гоню. Оно все застревает, оно дохнет. Оно, блин, переворачивается, елки. Стоять. А, погнали. Какая-то хрень все происходит. А электростанция все ждет и ждет этих балок. Так, давай, мы свою тропу проложим. Мы разломаем все болото нафиг. Селенит не поворачивает, и по прямой давай. Ну нормально. С той не сравнить. Я так думаю, веревка вообще не понадобится. Так, здесь прямо, я помню. Тут глубоко. О, еще больше разломали. Но утрамбовал прям. Там льда теперь нету. Я, наверное, так и оставлю на этой передаче, на этих блокировках. Пусть всем гребет потихонечку и все. Во-первых, не разгоняется. Во-вторых, по булыжникам все-таки оно увереннее как-то получается, мне кажется. Так, прыгать не будешь? Ну да, ты же не мелкий грузовик, что у тебя прыгает-то? Так, я обычно пониже, может, переключил. Он все равно подпрыгивает что-то. Но сминающие колеса как-то это дело все демпфирует, и он не сильно сигает. Просто ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Перехвалил. Вот он, чертова синусоида его вывела. Так, потихоньку. Приехали. Тут две жертвы лежат. Одна лежит, другая стоит. Сейчас вот тут булыжники кувырнутся, и вообще будет сказка. Так. А может, кстати, кувырнуться-то. Если постарается. Так, нормально. Прошел. Там прошел. Тут. Значит, съезжать надо дальше. Сначала дерну вот эту, потом дерну ту. Что ты мне рассказываешь про свою подвеску? Не подвеску, вернее, а трансмиссию. Все, у тебя с ней зашибись. Блин. Вот-вот дернуло-то. Слушайте, а я могу вот отсюда дернуть, да? Но я не хочу туда спускаться. Да, могу. Хе-хе-хе. Красота. Степ недобитый. Слушай, что у него с грузом? Ну-ка. Упаковать груз. Так вот. А
А я поехал вот туда посмотреть, что там вообще происходит, да? Ну, я орел. А, кстати, может, там что-то хорошее этих ящиков-то и есть. Он же вмерз. О, всплывает, всплывает. Давай. Пользуясь случаем, пока машина тут, я, наверное, сейчас просто сяду и все посмотрю. Топливо есть, топливо есть. Теперь я так глупо не впадусь, я на эти контейнеры посмотрю. Вот так надо было ехать. Я там поехал и застрял. Так, что тут есть? Ничего тут нет. Ну, блин, вот это ловушка, да? Ни хрена нету. Приезжаешь, бьешь двигатель и уезжаешь. Так, а теперь надо день включить и поехать посмотреть запчасти. Я должен их увидеть. И должен это забрать. Погнали. Так, у этого все блокировки. Вот тоже он может ездить где угодно и сколько угодно. Хреново затормозишь. И тоже не цепи, да? А может цепи. У тебя цепи? У тебя цепи. Проедет? Мне кажется, проедет. Да? И сюда. Проехал. Здорово. Где там запчасти в этой луже? Или не лужа? Так, я сверну сюда. Вот там прямо лужа вот за этими всеми. Поэтому мы едем туда. Возможно, стоило там спуститься. Ну ладно. Я надеюсь, я перееду через этот гребень. Я. Я тут. Где? Где запчасть? Покажите запчасть. Вон она. Ты нашел место для передачи переключать? Давай, давай, давай. У тебя все заблокировано, не делай вид, что ты застрял. Улучшение. Ну, это Форд. Да, Форд. Все хорошо. Теперь выезжаем отсюда. О, еще сделай вид, что ты не выйдешь. Я в жизни не поверю, что 4 оси полностью заблокированные и ну, полностью ведущие. Что с ними что-то может произойти. Давай, ползи. Вон там и место где-то проезжал осталось. Я его к дороге выведу просто. Чтобы вот в болоте не бросать. Он так тут вмерзший в лед стоял большую часть зимы. Переднее колесо, смотрите, право трясется, не крутится. Ох ты, как глубоко-то. И таки шо? Вылезай. Да, грязь тут хорошая. Прям знатные. Как туда-то он пролетел так быстро, да? Обратно застрял напрочь. Болтых. Ну что там у тебя? А, да. Булыжники. Все как мы любим. Давай вот так сюда. Ну все, ну и выйдет, если что. По карте пересяду тогда. Нет, вот это вот. Степ. Степчик давай. Тут выйдешь? Тут выйдешь. Ну из чего больший брат поможет, конечно. Тут главное. Да даже если он выронит эту штуку, не страшно. У него кран есть, подберет. Азов с краном стоит. Тут. Кранов полно. Найдется кому помочь. Так, поперли. Уперли. Там я еще не бывал, но я не думаю, что что-то новое увижу. Ну да, булыга поперек дороги лежит, все стандартно. Че еще ждал?
краешку. Ну, тут даже, мне кажется, даже Арктика пройдет нормально. Чем еще удивите? Опа, удивили. Вот так удивили. Это дорога. Это дорога. По ней ездят. По ней главное, опять-таки, не чебурахнуться. То есть проехать по гребню и спуститься вниз. Вправо брать нельзя ни в коем случае. Вперед, кстати, тоже особо не надо брать. Так, и вот тут уже можно вправо. Но тут Арктика-то поизвивается. Блин. Лебедка на автомат включилась. Синий снег? Ну да, он. Смотри, какой синий прям. А, смачный. Че, уже все? Едем? Уже все хорошо? Ой, какая тут колдовина. Ёлки, аж колесо в воздухе повисло. Это хорошо, что задние туда не доехали. Опаньки, болтых. Ну да, я подозревал, что так будет. Ну, это испытание для Арктики. Знаете что, наверное, тут стоит остановиться и подождать. Или я уж почти доехал. Я подожду, потому что, если она чебурахнется, у Арктики нету крана. Хотя у Азова есть, на самом деле. Азов может догнать и помочь. Ладно, разберемся сейчас. Давай, давай, не кидайся тут нам, чебуксуют. Я верю, что ты без полных блокировок проедешь. Давай, 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 давай. Втискивайся. Отлично. Первый этап пройден. Ну, я понимаю, что мне сейчас придется все включить. Все включено. Режим все включено, активирован. Вперед, all inclusive. Так. Синие снега. Но нет. Его синими снегами не удержать. Хотя, конечно, да. Туговато идет. Возможно, надо было как-то по воде ехать. Но там мост сломан. Так, вот тут хреновое место. Сейчас слева как направо его качнет. Как все опрокинет нафиг. Ну, тут весело-то и будет. Я нормально. Ой, ёлки. Деревья удержали. Он так к деревьям прислонился и, в принципе, тем и выжил. Прекрасно. Догнал. Попёрли. Так, следующий булыжник. И чё? И как? Ой, а там-то что творится? Ёлки. Я точно по дороге еду? Мне точно не надо никак-то объехать? Слушайте, это надо было объезжать. Вот тут вот, где-нибудь. И тут въезжать наверх с-под моста. Потому что вот это уже жопа. И булыганы. И вот эти вот наклоны, ёкарный бабай. Ну что, проеду? Ну, вроде сдернулся так с этого. Но тут очень все хренов. Хотя на каждом камне, по-моему, это говорю. Ну, что-то у меня по поводу Арктики тут очень сильные сомнения. Надо этой машиной проезжать до конца и там смотреть.
А давай туда тросом вытянусь, пошло ну нафиг. Так, я вручную могу прицепить, что ж ты прям за эту схватаешься. Вон, пожалуйста. Так, так, не переворачиваем. Держимся. Прошла. Все, еду до конца, чтобы посмотреть, что там по реке. Потому что Арктика, мне кажется, по этим булыжникам-то кувырнется нафиг. А тут вообще халява. Блин. Тут нет дороги. Тут снег. Блокировка дифференциала ничего не мешает. Так. Ну, тут хреново. Тут. Ну, тут норм. Если мост объехать, то норм. Да, по воде надо было ехать. И вот тут топливо. Отлично. Обнаружен новый прицеп. Да уж, обнаружен. Разгружайся. Кино покажут? Не покажут. Нафига мне кино. Так, ну что ж, Арктика, да? Вот вправо она если свалит на лед, то будет просто зашибись. А что ей помешает? И ничего не помешает на лед свалить. Так. Кроме деревьев. Ведь назад сдать будет больше шансов. Вот туда. М? Хорошее место. Так. Ну что, само повернешь или тебя вперед надо чуть продвинуть? Да, нормально, надо вперед. Так. И поперли. И выехал-таки к этим чертовым домикам. Ох, я сейчас покачусь туда вниз. Кувырнусь и покачусь, да? Или не кувырнусь? Нет, не кувырнусь, наверное. Отлично, не кувырнулся. Так, булыган, иди нафиг. Во, все, прошли. Отлично. Еще надо съезжать на лёд, по льду ездить. В пень эти камни. О, в пень камни. Камни-то в пень. А вот это куда? Сейчас застряну нафиг. Может быть. А может нет. Выбирайся, выбирайся на лед. Тут я знаю лед нормальный местами. Так. И вот туда, налево. Сейчас бы провалится, да. Тут поглубже уже. Но должна пройти. А если нет, придется дергать его. Но он еще носом шевелит влево-вправо, поэтому он как-то лучше льды раздвигает. Такой ледокол. Он, я шевелю носом, а он их ломает. Так что у него шансов проехать, конечно, больше, чем у другого грузовика. Хоть у него колеса такие не под лед заточенные. И вовсе даже прокручиваются, но он проезжает. Все, выбрался. В общем-то. Нормально. Автомат. Так, и вот уже мост. Ой, я под мостом-то пройду. Иначе придется тут подниматься. Тут, в принципе, тоже есть шанс скарабкаться, но там булыжники сильно мешают. Я предпочел бы вокруг моста объехать. Но уж очень машина высоченная. Да, у него поручни такие. Ну, может, они, конечно, прозрачные. Сейчас узнаем. Кстати, все про его поручни. Нормально, прошел. Прошел, говорю. Булыжник упал в воду. Лед, вернее, не булыжник. Так, подъем. Подъемом нас не напугать, все правильно. Выехали. Ну вот все, вот он тропа. А эту езду по камням нафиг. Ну, я не думаю, что мне сюда еще что-то надо будет вести, хотя неизвестно. Может и надо. Могли бы какую-нибудь анимацию сделать? Потому что, ну, вот я привез. Теперь снова можем пользоваться этими, как их, благами цивилизации. Так. А что изменилось? А вот это что такое? Ну-ка пойдем посмотрим.
Сейчас еще что-то привезти. Для этого сначала отсюда выбраться надо. Ну, мост, наверное, строить. Проверка линии. Ну да, да, да. Проверка линии, да, вот она. Ну, это скаут нужен, да? Нет. Починка линии еще у меня, ёлки. Упавший столб, поваленный столб. 2 блока досок нам надо. А чтобы добыть 2 блока досок, нам нужно... Блин, вот сюда вот хреново ехать, да? Вот тут, по-моему, проезд. Но это надо что-то с цепями на колесах. 2 блока досок. Они вроде как раз 2 в кузов грузовика-то и входят. А где их брать? А брать их тут. Но я знаю, чем сейчас меня... Ну, не сейчас. Азов займется. Мне кажется, вот эта дорога, она вот сюда выходит. Это очень удачно. Вот пошел тут, по камням я не хочу. Можно вот отсюда заехать. Это, кстати, тоже неплохо. Да. Так оно и будет. Так что следующий у нас «Здравствуйте, Азов». 26%. Не очень «Здравствуйте, Азов», конечно. Ну ладно. А на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.